Так, я быстро за чаем минуту. Спасибо. Все, у меня осталось и ведерку. Я сегодня догнал кузнечку с инжой. Что инжал вообще дает? Через бабки только. Инжа, ну, помимо того, что ты самый крутой человек на свете, можешь там ускоряться, парашюты вызывать. В принципе, она дает неплохую чарку на танк, на броню. Это, парни, парни, давайте я дам китайскую каску, а все остальные вторичные. Да. Вот этой фигней заниматься не надо. Почему? Зачем? Что ты хочешь выгадать? У нас есть Мала, который дает демон баф. У нас ну, есть ты МП5 не можешь дать? Рыло дает МП5. МП5 только дает своему пати, то бишь. Нет, он на весь рейд. Тотем только очищение, по-моему, работает на попать. И маны. Тотем очищение, хила работает на пати. На пати, да. И маны, которые восполняют, а МП5 на рейде. Все нормально. Заебись, заебомба. Так, давай сразу это определимся. Кто хилит на драконах? Потому что, ну, я не очень шарю, как хилить именно на драконах. Я тоже. Мне лучше вносить дамаг, типа. Хорошо, да. Я похилю свою пати. Кто у нас из второй пати шарит? Артем, давай ты похилишь. Артем хорошо стаки набивает. Ну и что теперь? Уж лучше хорошо хилить, чтобы учились стаки набивать. Чем... Ну давайте попробую, я ни разу еще не хилил. Да, там по сути то же самое, что и стаки выбивать, только ты это, цель не меняй, когда этот, иначе ну, да, комбо-поинты да. слетят. Ну я так буду все. На себе, наверное, стаки набивать. Стаки набивай на том, кто этот, просел больше всего. Простакал его там на 4, допустим, взорвал. Ну, как в прошлый раз это. Хиль, а я вообще сижу думаю, бля, как же тут хилить. И забыл вообще предупредить. Мы когда ходили, Санек этот, Абу-Даби в хиле уже. Видишь? Ну, вон, давай его только похили, тогда сам в теме. Ну, давай. Ну, ты все договорились, я похилю его. Хорошо. Так. Как такой липал, нихуя такой. Что, напомните, когда гимн да дать? Да, я крик. Холик, а у тебя этот метасокет не рабочий. У тебя нету этого радужного. Все готовы. Сейчас я метки только поставлю, чтобы ориентироваться. Или не поставлю. А сможете сумануть? Там же сумань меня быстренько. Я прям 5 сек. Хорошо. Пришел суман, нет? Нет. Во, пришел. Так. Есть кто тут тактику еще не помню? Да тут так-то все просто, только драконы подводят. Ну все. Вот так. Так не начинай, подожди. Да я вижу, что тебя нет. Танк от сферы уводит, мы там сферы ебашим, потом это, блядь, в купол встаем. Потом драконы. И все, изи. О, еда. Мораль как раз хорошо умеет сферы сводить. Да, в десятке же не надо сводить. Можно и свести. О, господи. Идите.
Так, что там? Комбат. Тут живой? Давайте Арчена. Запускаем. Ведрылом не стоим, даем поставить секунду. Погнали. Сука. Искра. Кто видит тебя? С креста. А, понял. Саша. Саш. Ой, не туда. Промазал, братан. Да я с женой мне. Отлично, встаем. Следующий искра где? Зеленый сорок мало. Следующая со звезды будет. ШП, иди в лужу, бей. Лёнь, малё. Сейчас искру съест, сука. Ну, это капец. Нормально, сейчас прожимайся. Сидим. ШП. Отойди от лица. Смотрим. Крест. А, нет. Сколько у него ХП в процентах? С ромба убери. Поверни немного лицом. ШП, уйди оттуда. Может стопни типа тихо, чтобы мы фулл дамаг убили? Так, это перестали бить. Перестали бить, все встали в ромбик. Разверни в другую сторону, но дыхание прилетело. Заебись. С чего вы взяли, что дыхание? Нас убило. Ну, вот и всем прилетело, мне в ДК. Ну, чё, всё, вайпаемся? Нет. БРов никого, да, нет? Да уже отдали. Ну, мы с одного роги поживём, ничего страшного. Хороший рога. То я смогу хорошо ломанчить, но. Ну, а тут вообще заебись. А, ну все, уже минус 3, 4. Хилы, что в чем у вас проблем? Минус 3 сделаем. Давай пойтесь. Так в смысле мы хилили пока, да? Они просто не прожались, можно было глыбу отдать еще что-нибудь. Зубы, хуюбы.
Нет, ладно, ложимся. Я еще раз страхи. Не вставайте в купол. Маленькие заходите, которые взорвятся. Бум. Ладно, давайте взорвем. Ищем что-нибудь, кого-нибудь давайте. Просто подсудник нужен? У тебя что, там праздник дома? У меня дети дома. Тут под джусом. Я просто... Меня недалеко терят. Они, чтобы меня не доставать, смотрят его. Мультики надо подрубать. Слабость детская. Дочка сказала, что хочет вот это. Они дэнсят, да? Да. Бля, молодняк отдыхает. Батя, иди играем, мы потанцуем. Ну, типа того. Сейчас хоть нормально начну заезд, ебать, не то пиздец, аддон слетел, нахуй. Сейчас забурщу, нахуй. Ты на АП, да, кричишь? Я кричу. Так, все, давайте. А у тебя микрофон с наушниками идет или как? Нет, так это есть возможно. Сейчас, просто, по-моему, свой песню. У тебя иногда просто фон слышно лучше, чем тебя. Хорошо. Не то, что фон, а типа... Ты съедаешь сам себя? Да. Типа громко начинаешь говорить, как будто в микрофон, и потом такой фук, утихаешь. Чё, где искра? Треугольник. Так лучше? Да, охуенно. Лучший. Разверни. Он не в игре. Пойди. Прям через него проходи. Со звезды. Со звезды. А, вижу. Сюда переходите, РЗД. На звезду идем. Рога, бей его в спину. Это не такой дракон, который нельзя бить в спину. Его безопаснее как раз в спину и долбить. Эту часть хвоста идет прям. Он пердит просто иногда. Ну ничего, понюхаешь. Ибо, блядь. Не бейте, блин. Креста идет. Уходи оттуда, дракона.
Ну то, что жрёт. Типа перегрели. Да пейте максимально. Уже да. Да фигня это. На драконов их надо добивать нормально. Не париться вот с этими сферами и так далее. Запомните, искру оно должно падать, блин, а вот там, где голубые надписи на платформе. Именно светлые голубые. Если оно идет более в круг центральный, то оно исчезает, когда падает. Поэтому не бейте. Дайте лучше станки, именно, чтобы отвести в сторону. Готовьтесь, дыхание, хилы, хильте. Литературе гимн. Отдал. Красавчик. Купол следующий. Последний. Хилы, готовьтесь хилить. Поражались. Че, все выжили, все нормально? Все нормально. Че, давайте встанем все. Давайте все в кучу. Поставь метку на себя. Вверх взлетели, перед лицом встали. Все в кучку. Начинаем стакать. Чуть ниже давайте, а то не видно. Что там на пятерку, да, пламенный щит этот? Да. На рыде. Ушли. Анонсите, кому надо, ну, кто видит, потому что мне неудобно. Блядский рот, нахуй, первый раз проебался. Перелетели. Перелетайте. Опять на рыде, блядь. Не успел, блядь, стак накопить. Что-то быстро вас посливало. Перелетайте. Вы в курсе, что щит нужно со стаками чуть-чуть набирать? Так это понятно, но мне три раза подряд был. Кто знал, блядь. Нарыли? Да. Ну, да, видим, по-моему. Перелетели. Ну,
Да там не хватит вам, блядь, дамага. Там один человек 15 таков держит. Я поржался. Да там это, как бы, у тебя мне хила не хватит. Я думаю, проще сейчас всем упасть и заново пойти. Я падаю. Сейчас уже нет, я уже не хилер. Залетите в эту хуйню, да еще. Босс вообще ошалел, что-то он меня прям не... уничтожает. Огурцы возьмите на всякий пожарный. Что, все готовы? Чувствую, что да. Пальцы размяли, теперь можно ебашить. Теперь проверю еще. Сейчас, одну минуту буквально, одну минуту. В Blizzard звонишь, что ли? Что за хуйня, говорит, вайп на лично. Надо дракона фиксить, нахуй. Все, готово. Следующее око отсутствует. Ты че там? Ну-ка, проснись. Искру не бейте, главное, раньше времени. Если она отходит, то тоже, блин, на этот момент тоже не бейте. Тем, дай ему МК. Я молоку дал. У него ДПСа побольше. А тут Гера не дается, да? Дается он, блядь, надо под этому. Да мы прослакали момент, когда он переводится. А, ну, не, ну все, я просто спрашиваю. Я особо не знаток, поэтому интересуюсь. Искра с треугольника. РДД уже в ту сторону ушли. Только под самой искрой не стойте. Говорю, под самой не стойте, скрой. Этот звезда. Следующий. Ближе туда переходите. Как только закончите. Все, погнали в звезду. Че, сорвалось? Соси ты хуй, блядь, пидор нахуй. Следующую искру ловим тогда. Следующая с этого, с ромбика.
Так, я его по кругу поведу. Кубы, кроме кубка, идите. Взрывайте. РДД выскал. Что можно? Гер даю. Гергер. Дал, дал, пошел. Молодец. Бейте по максимуму. Эти выйдут, не уходите, там же бейте. Скоро пропало, можете переходить. Все, пейте, когда я тебя убью. Магия, вы можете воровать с них ускорение, если что. Не помню, что она там дает, но вы это можете. Хилы готовьтесь хилить. Пружинки готовьте тоже. В литературе давай. Гимн. Молодец. Ну, Велика, ну садитесь на этот. Летайте, что вы ждете? Дыхание было, сади. Да, не до дыхания можно уже было сесть. Последний. Хилимся. Не умираем. Супер. Все в точку. Что, давайте на максимальную дистанцию сразу. Где-то вот так, ну. Так, все, давайте в центр. Как так-то? Перелетели. Ну куда ты дергаешься? Не боюсь. Кто тебе в печеньке еще? Перелетели. Я вам буду говорить. Давай. Перелетели. Перелетели. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Щит, 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 рыло. Да нажимал я, блять.
Значит, стаков не было. Перелетели. Напоминаю, что щит нужно вешать после того, как одна секунда прошла с того момента, как вы увидели надпись. То есть не прям сразу, ой, надпись. И два комбо-поинта, да, по-моему? Точку, встаньте себе одну. Перелетели. Дальше перелетайте. Дальше. Перелетели. Вот у меня сейчас один комбо-поинт, я успел выжить. Ну и все. На, нахуй, пидорас, ебаный. Тихо. Даже не вспотели, блядь. Ух. Так, у кого шея была? У меня. Заходи в рейд. Ольна, щит. Нихуя себе. Ну, только в танка лучше. Ничего не знаю, это мой щит. Идите отсюда все. Я 226-й. Я за ним хожу вообще с открытия. А чё, кому-нибудь нужна сильно? Нити? Чё уже? Да, надо. Анхолику, ДК. Надо это хруть. Я в СПД уйду. О, не, братан, не гони, весь сервер нагнешь. Так, ну все, я квест дал. Молодец. Теперь это, что, туда же, да? В драконе этот? Да, в ОС пойдем. Не понял, где мой щит? Его еще не разролили. Сволочи, ну-ка, мой щит вернули. Вы быстрее реально ролите, потому что эта штука как бы пропадает. Не слышал, ДК щит носит. Комбатя, твою мать. Все, блядь, 50к голды нахуй. Ну, сейчас нахуй пойдешь в ОС с этим. С пугами. Ебать. Так что, курнем быстро? 2 секунды. Не успел. Ну, минуточку. Давай сюда щит. Ой, сюда. Ах ты жук. На трансмог взял же, блядь. Роги, щит, ты на трансмог взял? Да. Ты мне этого горбатого не лепи. А это за донат. Там Роги щитом бегает. Да, да, да. Че, вы убили уже? Да. Только что. Сделал что и все. Чем? Да, сейчас лечу делать. Квест давайте вот. Спасибо. А че, не, а че так у всех на СКД, да? Накс, да. Кроме комбати. У меня оба накса КД, да. Не, у меня тоже КД. У морали нет КД. Я же на неумирающем был. Так, все, я покурить отбежал сейчас в минуте. Ты разве на роге был? Да. Или нет? Но сейчас мы ОС пройдем. А ты в смысле... У вас ОС не в КД, а у вас у всех да. Не в КД? Да, обсидиановое... Стой, обсидиановое святилище ты имеешь в виду, да? Да? У меня в КД оно. 10. У кого еще в КД? Ну, маг у нас ушел, у него тоже в КД. Ну, он сразу ливнул. Так, ну и второго хила это я найду. Они вы куда? Куда надо? Тут что-то, ну, ОС собирают 10. У вас 10 плюс 3. У меня нету. Ну, рисуйте, что вам сходить. Бля, давай. А у тебя напали есть? Сами.
Алло. Алло. Здорово. Алло, алло. Чего ты творишь? Да, чё тебе только говорил. Два ока закрыли, нахуй. Два у десятки? Угу. Блядь. Ну ты чё, проспал? Не да, занял. Я там отходил. Че там, шамана нет свободного? Похилить его. Арчи, блядь. Арчи, ну, Арчи чё? Все, ролим срез. Сюда давай, блядь. Да как я без трансмога буду, блядь? Ты не сможешь, блядь, натянуть трансмог. Все, я 93 кинул, теперь твоя очередь. Сюда давай, дебил. Не вести меня. Сейчас пойдешь это с Артариону просить этот лут. Если не даст, то я тебе это. Мне все равно с него лут не нужен. Я за вас иду туда только. Давай, Роди. Нонспид выиграл, блядь. Савчик. Так, все, что я сделал. Мораль. Трейд кидает, ты щит получаешь. 10 равно 100. Че, у нас хила не хватает, да? Так, нечаянно. Ты похилишь? Че ты даешь? Там хан нужна. Я ищу кому сбагрить, блядь. Поставьте ему пару долларов. Лёха, ты сегодня в РЛК ходил? Нет, нет, я тебя ждал. Зачем мне это? Он меня не спрашивает. Распалить тебе, что ли? Ну чё, меня спалить хочешь, нахуй? Я на алкоголь смотреть не могу, но. Ну вот, я тебе похмелиться. А, да, он меня дал уж. Фу, блядь, я не похмеляюсь вообще, но. Я не знаю, что это такое. Ну я могу его распалить, хочешь? Ладно. Нах собирай. Я что? Войд, покажи своего ретрика. Тёма, ты что, ходил в эту? Куда? На работу, да, ходил. Нет. Все, я сейчас нечаянно набухаю, да, всем будет. Куда? Ну, дракона этого ебаного, как он там. На ОС? Угу. Да, уже я в самом начале недели ходил. Все пизда у нас, дерево пьяное, нахуй. Так это ж заебись. Ты будешь качаться будет сильнее. Он сейчас будет, блядь, драконов хилить, а не нас, нахуй. Так. Чё, ты пока, короче, в ОС, я пойду этот друля докачаю. Дерево блюет у нас. О, Тёма, дай мне, сам знаешь что. О, дико уберите, Макс. Красавчик. Что, у нас не элема, не совы, да? Ну я могу быть элемом вместо хила. Я воздержу.
Для храбрости, блядь, чего он? Да... Да какой храбрости, он только этот... Кран засирает. Одни спортсмены в рейде, блядь, какие-то. Да не-не-не, я с тобой. Я им тут наливаю, ну. Пацаны, первый, последний раз ставлю хавку, ну. Да не, говорит, я с тобой. Я скиллуху поддерживаю. Все, погнали. А чё? Бьём сначала в метки. Я пришел. Надо, нет? Еще чего? Что долго надел? Арчи, где ты был? Арчи, все пропустил. Арчи, я тут без пар. Арчи, где ты был с бабками на лавке пиво пил, да? Да блять, покурить ходил, заебали. Шутки сразу. Да ладно, мы уже без тебя. Мы уже закрыли его. Ну да, закроете вы плюс три. Ну да, удачи вам, минета ваша. Удачи вам, хорошая минета. Сейчас потом отсосете. Потом еще попросите меня подойти, потом я его хуй приду, блядь. Понимаю, сочувствую. Блядь, у нас же, блядь, Арчи нахуй стучит на всех нахуй. Ну, типа я, да, я пишу на форуме боты, хуёты, это все я, блядь. Он спал куда-то, вылетел. Я ботов нахуй, блядь. Зашел. Ударил угался, чат забагался. У меня, короче, там в баре стоит вино. Я сейчас пойду туда, тихонечко прошвырнусь, пока никто не видит, и въебу. Где-нибудь в туалете, да? Не, я прям с горла там. Сейчас хоп-хоп-хоп. Все, я пошел. Там, смотри, с горла, не увлекайся сильно. Сказали, правда, оставить вино на завтра, на 8 марта. Блять, пацаны, кастанул. ДК не грипает, не умеет, не шарит. Да, умеет он все. Отойдите просто от этой фигни. Ну что вы прям по ней пробегаете? Что прикалываетесь? А кто такой скам в этом, блять, 10? Это Макс, ты что ли? Ты что, не врубился? А я что-то слышу голос знакомый, блин, что за хуйня вообще, что происходит? А что ты поменялся-то? Я не менялся. Урамбитоган какой-то, кто это? Урамбитоган. Прочитай еще раз. Мой английский на уровне 3 с минусом, понимаешь? Не больше прикалывать, так смеется. Кто так смеется? Ты сначала на бумажке это написал? Макс. Да что говорить, мой блядник на территории, блядь, никто прочитать не может. Пацаны, давайте с дисплеем поактивнее, пожалуйста. Я вас очень прошу. У нас друид. Ну, у вас друид, а дисплей это не друид, так? Друля, помоги магу. Вот сейчас друид дисплеил почти все. Не успел ебать тыкнуть. Уф, уф, молодец, молодчик, хороший друид. Уф. Чуть не понял. Дали в ги мат. Ни за что ушел, на работу пришел и ним дорог. Пацаны, с маной залейте, но. Все с маной свичнитесь.
Так, сейчас я символ поменяю в пизду нахуй. Так, ну у нас мораль зайдет еще. Я. Куда? Паладин зайдет еще. Это накс 10. Угу. Три. Я еще готов. Ты хилин. У тебя на магии нету КД? Неа. У меня и на ДК нету КД. Нигде вообще причем. В принципе, я и на ханте могу сходить. Все, короче, мы тогда вас ждем, сейчас посмотрим, что соберем. Я отошел. Сколько вам там еще минут? 10? Да, вот уже. Максимум. Ну все, я отошел. Максимум. Это вообще не те слова, на. Я просто верю в нас. Веришь. Давай, ну. Давай. Сейчас его в соло запинаем. Мораль в танк. Малак, а ты чё, друг, изичи, что ли? Ну чё, рыбка будет? А что ты с ним на движухах делал? Молок, по-моему, на ФК был с Изичем тоже, нахуй. Так, я Сарта подержу. Чё, ты дракона держишь? Ну да, давай этот... Чё, думаешь мне этот взять? Малышей? Не, давай я малышей. Давай ты малышей, я основного. Так, метки тебе надо? Нет. Неплохой. Как-то так вроде. Все, давайте, готовы? Не, я говорю, неплохой гибрид. Геры нет у нас. Ты без Геры справишься? Попробуй еще тринки, пока не башни. Стена 7 секунд. Следом дракон прилетит. Стена с хвоста. Тенеброд летит. Ебать, череда вообще в дракона с Артариона. Ох, тут ренегат его как в накс собрали. Со спины. На территории выйдя. Ну уже их двое. Давайте поднажмите, добивай. Чё, дракончик? С лица. Приведите, да. Стена.
дракончиков маленьких ауе вливаем. Нет, двое сразу было. Ложимся. Сейчас, еще раз. Где-то 30% оставили, а то второй полетел. Не, надо это ДК на босса ставить, так как он сам холи сопротивление магии, он проще будет это переносить, зеленку прожимая это. А варта как блок щитом работает, его надо на этих ставить, потому что... Хорошо, сейчас поменяемся. Ну, они, скорее всего, будут все чики-брики. Походу, они это двое улетели в небеса. У меня забагались, но... Ну, все, да, значит. Ну, пофигу. Давайте бафаемся. Все тут. Рыба, нихуя себе. Нихуя себе. Будь здоров. У меня тут жена за стенкой чихает, говорит, будь здоров. Понял. Здорово. Поставьте только...